На большую испанскую свадьбу зрителей приглашает театр «Глобус». Понять природу любви, вспомнить первое чувство и поймать живые эмоции актеры попытались в спектакле «Учитель танцев». Удалось ли задуманное? Екатерина Макаркина посмотрела постановку в числе первых. Танцы, буйство красок и любовь. Премьера по пьесе испанского драматурга Лопе де Вега. По легенде, он мог написать пьесу за одну ночь. Отсюда путаница и бешеный ритм. Сумасшедшая какая-то штука, которая несла его, и он даже не перечитывал того, что писал. И вот этот момент волны этой, мне кажется, вот нам очень важно было, чтобы спектакль он был. И он и наш ритм и задавал. От чувств к смыслу. Не от смысла к чувствам, а вот от этой энергии огня. На сцене испанские мотивы смешиваются с современной хореографией, нежность первого чувства с актерской буфонадой. Пространство спектакля не имеет границ, как космос. Режиссер Иван Орлов хотел посмотреть на любовь через звезды. Воспитание там с изъянцем, где дамы не учились танцам. Здесь все получают удовольствие от того, что делают, и это главное достоинство спектакля – кричать о любви и принимать комические позы по вкусу актерам всех поколений. В этой постановке зрители вновь увидят легенду «Глобуса» Евгения Калашника. В работе над учителем танцев его покорило бережное отношение к классическому тексту и современный подход. Лопе де Вега, он что? Он же не психолог. Это комедия моментов, комедия приключений. Не надо философствовать. Тут есть такое. Это такой, как бы, знаете, как пазл. Вся пьеса. Его только правильно собрать. Тогда получается красота, получается картинка. Картинка еще складывается. Спектакль получился живым. Все три прогона до премьеры прошли совершенно по-разному. И дело здесь в личном восприятии любви каждого актера. Все мы вспоминали это ощущение внутреннее. И влюбленности, и любовь. И там кто-то их разделяет, кто-то их не разделяет. Кто-то говорит, что любовь – это только страсть, это только первые там несколько там лет, а потом уже… Были даже споры по поводу этого. Ну, без этого никуда. Ну, то есть мы все, каждый принимает. Не принес что-то свое. Спектакль «Гротеск», спектакль «Дискотека», спектакль «Первая любовь» на сцене театра «Глобус». Екатерина Макаркина, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!